«Просто подвиг». Традиционный уже 8-й творческо-патриотический конкурс завершился в Оренбурге. По традиции в нем две номинации – рисунки и эссе. В этом году участников было около 20 тысяч. Среди них Александр Кузнецов, которого впечатлил подвиг Александра Дудкина. Ну, я сначала прочитал и именно так решил изобразить этот подвиг. Впечатлил очень сильно, потому что он поступил героически. Он защищал нашу родину. Этот конкурс был посвящен памяти нашего земляка, героя России Андрея Зеленко. Одну из работ представил его сын Антон. Говорит, что быть сыном героя непросто. Окружающие ждут от тебя соответствующего поведения. Антон перед написанием эссе провел большую исследовательскую работу. Я в основном использовал свои знания, которые передавал мне мой отец. И иногда приходилось пользоваться интернетом, чтобы узнать более точную информацию. Ну а так я больше узнал из книг, из всевозможных интервью, статей из газет. Произведения победителей конкурса войдут в сборник под названием «Просто подвиг». Организаторы уверены, эта традиция сохранится и впредь. Мы должны знать и помнить своих героев. Вы делаете историю, а мы как бы ее оформляем. Спасибо вам огромное за то, что вы участвуете вот в таких конкурсах. Это очень важно, я считаю. И о чем мы говорили, о чем говорил сейчас Олег Дмитриевич, что мы следующий этап посвящаем нашим бойцам, которые защищают нашу родину ВСУ. Это тоже нужно и важно.